Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада участвовать в конкурсе Golden Time, и мне приятно, что жюри по достоинству, как я считаю, оценило мою работу. Это «Роза с клубникой» и «Читающая девушка». В сегодняшней работе, которую я хочу представить, она имеет простое название «Натюрморт». Я ее писала холодным мартовским днем. Так вот, в этой работе представлено, я надеюсь, мне удалось передать тогдашнее мое настроение. Это сочетание холода и жара, холода и огня, серости и алого. Можно увидеть на натюрморте холодную драпировку в сочетании с алыми гранатами, розами и горячим кофейником. Я надеюсь, что вам понравится моя работа сегодняшняя, и она понравится не только жюри, но и зрителям. Ну и надеюсь, до новых встреч. До свидания.